Вуди. Вуди. О, нормально, хорошо. Ну-ка, как-то. Нормально, хорошо. Спасибо. Ты озвучивал, серьезно? Было дело. Серьезно, прям Вуди озвучивал. Круто. Как вообще удалось тебе озвучить его? Ну, что могу сказать. Все началось со школы. Угу. Встаешь утром в школу. 6-7 утра, включаешь телевизор и видишь Вуди Вудпекера и повторяешь за ним. А, окей, это лайфхак, как начать озвучивать Вуди? Вообще да, но если ты конкретно хочешь заняться озвучкой, то тебе нужно срочно, в срочном плане начать развивать связки. Ага. Иначе ты не потянешь его вообще. Понял. Вот. Я твою еще вред, я камеру записываю, поэтому у меня связки натренированы. То есть тренируем связки, плюс смотрим, вдохновляемся. Да.